как раз хороший повод обсудить и международную повестку, наши взгляды. Они, в общем-то, совпадают, но, тем не менее, столько событий, особенно у наших соседей, которые находятся между нами, огромная прекрасная страна Украина. Я думаю, у вас своя точка зрения по ситуации. Меня упрекают в последнее время, наверное, заметили, что я слишком часто говорю об Украине. Ну а как иначе? Наша страна близкая. У нас складываются такие своеобразные, с точки зрения журналиста, у многих других, отношения с Россией. Я хочу вас проинформировать о ситуации. Да и у вас, наверное, много чего. Я так понимаю, вы завтра в России будете с руководством России видеться. Привет, кстати, передавайте нашим добрым друзьям, руководителям Российской Федерации. То есть очень много вопросов, которые мы должны обсудить, которые вокруг нас. Ну, естественно, наши отношения Молдовы и Беларуси. Я очень надеюсь, что проблем в этих отношениях нет и быть не должно. Потому что мы нужны друг другу, мы об этом договорились, и сегодняшняя встреча, пусть она будет короткой, но очень важно, что мы встретились, и это будет дополнительный импульс нашим отношениям. Я так вижу эту встречу, и спасибо вам, что вы сегодня в Беларуси. Я очень рад, что вы лишний раз увидите нашу страну. У нас сложились уже личные, хорошие, дружеские отношения с вами. Я всем говорил, и еще раз повторяю, что то, что вы делаете в Беларуси во многих секторах, и экономики, и не только в экономике, для нас это может быть примером. Вы знаете, что в Молдове Белоруссию любят, вас лично очень уважает большинство граждан Республики Молдова. Конечно, вопросов в наших двусторонних отношениях практически нерешенных нет. Нужно доработать все, что касается торговли. Есть успешные предприятия совместные, которые работают в Молдове. Белоруссия лидирует по некоторым товарным позициям нашего экспорта. Поэтому очень рад, что сегодня мы об этом поговорим. Конечно, интересует и международная обстановка.